Всем привет! Это что? О, папа узнает, нам будет на орехи. Забор-то цел? Ну ладно, вон твоя малыша рыженькая, смотри-ка, там у дерева. Видишь, прячется одни уши. У нас новогодние праздники, и мы идем кататься на коньках. А если я сейчас возьму и комком снега в тебя залеплю, ты что скажешь? Караул, ты скажешь, да? Да, только камера одна будет торчать. Я темная. Темная? Ага, потому что ночь наступает. Мы на коньках собрались кататься первый раз, да? Да. Все, если папа увидит, что мы с тобой камеру в снег уроним, будет нам с тобой на орехи, да? Ну, покатаем. Если папа это увидит, что мы ее уронили в снег, ну, покатаемся мы так. Да, так покатаемся. С горы, попой. Папа так, на... папа как нас прокатит, если мы камеру уроним. Папа как нас прокатит на коньках. Это точно. Причем без коньков, как на коньках. Все? Поехали. Ну что, используем возможности камеры. Она предназначена, чтобы снимать на бегу. Наслаждайтесь картинкой со стабилизацией. Мы приближаемся на мосту. Так, на мосту нам надо встать, потому что, упаси Господь, кто-то съедет в сторону. Вода не течет сейчас. Ну, конечно, что там течет, уже весь пруд спущен. Но дыры приличные. Осторожно везде тут надо быть. Видите церковь за деревьями? Нет, вам плохо видно, да? У нас очень красивая старая церковь. Причем она красива своими руинами, к сожалению. Вот в этом месте мы с вами смотрели цветы. Космею. Помните летом? В летнем обходе. Было прикольно. Что-то тяжелее стало. Так, кто-то тут лапами тормозит, да? Нет. А почему они такие снежные? Они не снежные, они белые. А, так это они не снег? покрашены краской. Какой-то краской они покрашены? А? Снежной. Так, все, торопимся. Световой день короткий. Ничего не успеваем. А у папы у нашего забой. А я в ночь пойду. У меня ночная смена. Так что днем есть возможность прокатиться с ребеночком. Моим маленьким. Моим сладеньким. Моей пуськой. Короче, все мы матери, и лошадь, и бык, и баба, и мужик. Ну чё, прорвемся? Стройнее будем. Все, мы одеваем коньки. У нас есть маленькие конечки, ты помнишь какие? Да. Такие крошечные, такие хорошенькие. Ой-ой-ой. Да? Первый раз. Так, чтобы в них снег не попал. Валенок. Аккуратно. О! Когда в дом ходит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой ночную синь, не крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтала, спроси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнен миг мечту твою. Если снежинка не растает твоей ладони. Ты стоишь сама на коньках? Ты молодец. А когда ты плюхнешься, как ты будешь кричать? Хорошо, мы не будем это снимать, правда? А то все оглохнут. Оп, вот так. Так, не ползите далеко, ползун. Я сейчас к вам иду. Когда в дом ходит год молодой, а старый уходит прочь. Да нос вершит.
свершится мечте любой. Такая уж эта ночь. Затихнет все и замрет вокруг преддверие новых дней. И обернется снежинка вдруг жар птицы руке твоей. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнен миг мечту твою. Если снежинка не растает, твои ладони не растает. Пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. Я желаю, чтобы все мы были здоровы. Тихо, тихо. А, ну так, ползком лучше, надежнее, по крайней мере. Да, Плюш? Молодец. Ты умница моя. Очень хороший урок был, да? Все, сейчас снимаем коньки. Скажи, пожалуйста, наше прощание. Пока, шутка, кончик. Всем пока. Всем здоровья и большие птицы.